Недавно прошла молва, что у известной русской народной певицы Надежды Бабкиной произошел разлад в отношениях с ее молодым фаворитом. Напомним, что певица уже почти 20 лет находится в отношениях с Евгением Гором. Пара в законном браке не состоит, причем по настоянию певицы. Евгений Гор не раз уже делал предложение руки и сердца своей возлюбленной, но она и не думает о замужестве. Надежда Бабкина считает, что в такой ситуации комфортно ей и ее фавориту. Как объясняет сама звезда российского шоу-бизнеса, у пары отличные отношения, но они не живут вместе. Они практикуют гостевой брак, то есть у каждого из них есть свои апартаменты, и Надежда и Евгений лишь ходят в гости друг к другу, они находятся постоянно на одной жилплощади. Кроме того, Надежда Бабкина не хочет ограничивать своего мужчину в свободе, чтобы у него не было цели поскорее вырваться из семьи. А при таких отношениях выходит, что мужчина сам тянется почаще обратно к женщине, боясь ее потерять. Кроме того, Евгений Гор не желает терять внимание своей гражданской супруги и постоянно старается его завоевать, в том числе и уходом за своей внешностью. Например, недавно супруг Надежды Бабкиной пересадил себе волосы, чтобы подольше оставаться молодым и привлекательным мужчиной и скрыть начинающуюся лысину. Вопреки появляющимся слухам о расставании пары, Надежда и Евгений счастливы вместе и с радостью делятся с поклонниками своими совместными фотографиями, подтверждающими этот факт. Они вместе отдыхают на разных курортах и под ручку появляются на разнообразных светских мероприятиях.